Журнал Forbes представил очередной рейтинг самых богатых людей мира. В тройке лидеров уже не в первый раз основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет и телекоммуникационный магнат Карл Слим. Эксперты уверены, что Билл Гейтс и сейчас бы был самым богатым человеком в мире, если бы не жертвовал свои миллиарды на благотворительность. Среди филантропов он безусловный лидер. Уоррен Баффет также пообещал передать большую часть своего состояния в фонд Гейтса. Слим, конечно, тоже жертвует на благотворительность, но считает, что бизнесмены приносят обществу больше пользы, создавая рабочие места и благосостояние через инвестиции, а не играя в Санта-Клауса. Российские миллиардеры пока заняты другими проблемами. Впрочем, Владимир Потанин в интервью «Ведомостям» подтвердил, что свое состояние он завещает не детям, а передаст его на благотворительные цели.